17 по 28 октября в Казанском федеральном университете традиционно проходит фестиваль для первокурсников «Интеллектуальные бои». Интеллектуальные бои призваны популяризировать студенческую науку, занятия интеллектуальными играми. И каждый год придумываем, стараемся что-то новое. Вопрос интереснее, придумываем новые форматы проведения. Это крупный интеллектуальный проект, представляющий собой цикл научно-образовательных конкурсов. В этом году он состоит из 5 этапов. Конкурс «Дебаты» и «Эрудит» уже показал самых смышленых и рассудительных. А вот в малом зале «Уникса» участники собрались, чтобы сразиться в игре «Что, где, когда». Ведущий задает вопрос-загадка, задача команды – найти правильный ответ. Главное – сделать это необходимо за ограниченное время. На обсуждение ответа дается всего 1 минута. Команда с интересом и воодушевлением обсуждали каждый ответ. Участники старались аргументировать свою точку зрения, предлагали возможные варианты ответов. Многие участники уже не раз соревновались в игре «Что, где, когда» и знают, как проходят подобные конкурсы. Мне всегда нравились соревнования на интеллект, «Что, где, когда», биотурнир. Я считаю, это хороший шанс проявить себя, показать, на что ты способен. Это мотивация для роста, увидеть свои результаты, насколько ты интеллектуально развит. Работа в команде, она очень... мы же со своими одногруппниками, и мы как-то больше знакомимся, больше узнаем друг друга. Это даже очень полезно и важно для каждого из нас. Мне это очень нравится. Впереди участников еще ожидают соревнования в конкурсе по русскому языку и истории. Самые эрудированные команды получат дипломы и памятные подарки. Награждение команд состоится в ноябре в рамках мероприятий, приуроченных ко дню рождения Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.